Добрый день, дорогие друзья, единомышленники. Очень рада здесь встретиться. Лично я впервые вообще в Хельсинки. И, конечно, моя радость еще больше увеличивается от такого неожиданного знакомства. А нас здесь объединило, конечно, знамя мира, предложенное Николаем Константиновичем Рерихом. И должна сразу же сказать, что наше мероприятие сегодня проходит даже в рамках ООН. Почему? Потому что в Женеве, в комплексе зданий ООН, открылась выставка «Пакт Рериха. История и современность». Вот такое неожиданное мероприятие. И это радует нас двойник. Пожалуйста, переведите. Tähän tapahtumaan. Olen itse ensimmäistä kertaa itse asiassa Helsingissä, ja se on minulle suuri ilo myöskin olla täällä teidän kanssanne. Meitä yhdistää täällä, tai olemme kokoontuneet tänne rauhanlipun alle, ja se yhdistää meitä kaikkia. Ja itse asiassa olemme kokoontuneet myöskin YK:n nimissä tai YK:n suojeluksessa, koska Genevessä on avautunut rauhanlipun näyttely myöskin. Николай Константинович Рерих предложил знамя мира и пакт именно в такое время, когда это международное соглашение, казалось бы, даже неуместно, потому что надвигалась Вторая мировая война. Но это не остановило Николая Константиновича, потому что в преддверии надвигавшихся войн и новых разрушений в 20 веке именно нужно было такое, потребовался именно такой символ единения человечества. Николай Рерих esitti ajatuksen rauhanpaktista ja rauhanlipusta aikana, jota voisi sanoa, että se ei ollut sopiva, sille ajatukselle sopiva aika, koska sota oli tulossa. Ja, mutta kuitenkin se oli oikeastaan kaikkein paras aika tällaiselle aloitteelle, koska sota ja tällaiset konfliktit aina merkitsee tuhoutumista, myöskin kulttuurin tuhoutumista. Раскрывать эту тему даже ни к чему, потому что мы все являемся свидетелями этого. Поэтому, как видим, культура – это символ, который нас объединит уже в настоящем и в будущем. Без культуры другого пути просто у человечества нету. И это мы должны сами прежде всего осознать и стараться распространять это знание как можно шире. Ihmiskuntana tuhoamme itseämme ja tarvitsemme suojelua oikeastaan omalta itseltämme. Ja kulttuuri on kaikkein paras suoja, on ollut aina ja on tulevaisuudessakin kaikkein paras suoja kaiken kauniin ja arvokkaan kokoamiseen. Мы обязаны утверждать культуру всеми мерами, повсюду, где только удастся, так скажем. И поэтому... Почему именно? Потому что культура в основе эволюции. Вот эту мысль тоже надо всегда постоянно помнить. Именно культура в основе эволюции. Вы скажите по-фински. Я культуры он. Meidän tulee aina ja kaikkialla muistaa tuoda esiin kulttuurin merkitys ihmiskunnan suojelijana. Sillä kulttuuri on ihmisten evoluution perustana. Мы, живущие сейчас и осознающие значение культуры, закладываем это понятие и эту энергию для будущих поколений, для взаимопонимания человечества. Мы обязаны именно повсюду, еще раз говорю, утверждать культуру и знамя ее, потому что, ну, я уже сказала, в основе своей культуры это практически эволюция. И добавить мне, в общем-то, нечего больше, не буду задерживать ваше внимание, только хочу пожелать всем нам взаимного успеха и единения под знаменем мира, под знаменем культуры.
спасибо за внимание.